Сегодня особый день в жизни каждого православного человека – Рождество Христово. С праздником христиан Дагестана поздравил в Рио главы республики Сергей Меликов. Цитата: «В нашем многонациональном регионе православие, наряду с другими традиционными религиями, исторически способствовало сохранению нравственных устоев общества, подпитывало его духовные силы, помогало выстоять перед лицом внешних угроз и внутренних смут. Пусть эти светлые рождественские дни подарят православным христианам и всем дагестанцам душевного тепла и радостного настроения, воодушевляют верующих на праведные дела», говорится в тексте поздравительной телеграммы.